Перед вами лучший танцевальный коллектив России в возрасте до 13 лет. Воспитанники школы «Байкал-Эдель» взяли гран-при международного хореографического конкурса. 13 марта в Казань съехались ансамбли из 25 регионов страны. За три дня они показали 120 номеров. Бурятию представили 78 танцоров. Говорили, кто выиграл? Мы все были потные, все держались за руки. Мы очень волновались, и у нас были такие чудики, которые приносили нам удачу, и они принесли нам удачу. Мы выиграли. И когда нам сказали то, что у нас гран-при, я даже заплакала, и моя подружка тоже. Обычно главный приз на таких крупных турнирах делят сразу на нескольких участников. Педагоги «Байкал-Эдель» думали, что так будет и в этот раз. Однако коллектив из Бурятии покорил жюри разнообразием. 12 номеров в народном, современном и эстрадном направлениях. Итог – кубок и грант на 150 тысяч рублей отправились только в Улан-Удэ. Там отметили, что очень хорошая техника, хорошая подача, то есть все номера сюжетные. И самое главное, что дети такие открытые, яркие. Самое главное, понимают, что они танцуют. Многие из этих девочек в танцах больше половины жизни. Несмотря на юный возраст, за плечами уже с десяток участий в крупных турнирах по всей стране. Каждая новая поездка – это не только опыт и награды, но и огромные впечатления. Мы побывали в мечети. Мы услышали множество легенд. Я в первый раз попробовала там эчпочмак. Очень вкусный, мне понравился. Я, когда я начала ходить на танцы, у меня появилось очень много друзей. Я перестала бояться выступать на сценах перед людьми. Школу танца Татьяна открыла в 2010 году на базе лингвистической гимназии номер 3. Девушка с 3 лет сама занималась хореографией. После 11 класса решила, больше хочет не выступать, а наставлять. Поначалу Байкал-Эдель посещали 8 человек. Сегодня здесь 250 воспитанников от 3 до 18 лет. Преподавать, работать с детьми, вот это прям мое. Я себя нашла, ну и, конечно, благодаря своей маме. Она на протяжении всей моей жизни, она меня поддерживает и сейчас работает со мной. Это моя мечта всей моей жизни. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ.